Итак, друзья, только сам сегодня обновился до, значит, обновления Windows 10 KB 550.33, и вот читаю вчерашнюю новость. Microsoft исправила уязвимость Print Nightmare в августовском накопительном обновлении для Windows 10. Так вот, друзья, значит, Print Nightmare не просто какая-нибудь маленькая там уязвимость. Благодаря этой уязвимости злоумышленники полностью получали доступ к учетной записи, ну, короче, к управлению вашей системы, поэтому не ленитесь. Информация об опасной уязвимости диспетчера очереди печати Print Nightmare появилась в прошлом месяце, когда исследователи по ошибке опубликовали POC exploit для ее эксплуатации. Использование этой бреши позволило осуществить удаленное управление кода с системными привилегиями, что делает ее весьма опасной. Microsoft выпустила экстренный патч для устранения проблем, но оказалось, что он не до конца закрывает уязвимость, и у злоумышленников все еще остается возможность ее использовать. Похоже, что разработчики окончательно решили проблему с выпуском вот этого вчерашнего обновления. Скачивайте KB 550.33. Установка упомянутого пакета приводит к внесению корректировок в работу функции print, ну и так далее, и тому подобное. Так что, друзья, не ленитесь. Еще раз, я уже сам обновился, я показывал, рассказывал сегодня, так что, точнее, возможно, уже вчера для вас. Ну, не ленитесь, зайдите в центр обновления, наберите обновление и проверьте наличие обновления. У вас выползет вот это вот обновление. Я его только сегодня установил. Вот, собственно, и все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока, до свидания.